Набираем 1000 лайков и вечером я устраиваю стрим. Здорово, клэшеры! С вами, как всегда, я, Армон, и мы продолжаем играть в Clash Royale-чик. Ребятушки, сегодня у нас будет испытание Валькирии. Но перед тем, как начать, ребятушки, прохождение нашего испытания, давайте попробуем под этим роликом набрать 2 лайка всего лишь. И после этого, ребят, у нас выйдет новый ролик. Так что жду не с терпением ваших лайкосиков. Вот если, допустим, я один лайк поставлю, и кто-то вот из вас, вот, допустим, вот ты, если лайк поставишь, то у нас будет 2 лайка, и в скором времени выйдет новый ролик. И, конечно же, вы можете, как эти чуваки, попасть в следующий ролик. Для этого вам всего лишь надо написать в комментариях что-то интересное, хорошее, позитивное или же странное, и вы, возможно, попадете в следующий ролик. И, ребятушки, вот последнее, что хочу сказать, это наша традиция. В комментариях пишем номер своего лайка, конечно же, после того, как вы поставите лайк, вот напишите в комментариях номер вашего лайка, и в этом случае я в любой момент могу заходить и узнать, какой вы лайк поставили. Так что ставим лайки и пишем номер своего лайка в комментариях. Ну, а я уже начинаю, ребятушки. А как вы видите, сейчас я нахожусь на своем основном аккаунте, и тут я уже выиграл 2 раза испытания Вальки. Попробуем сейчас их взять. Отлично, конечно, я хз, зачем мне Валька, я... Все-таки Валькой пока что не играю, но в принципе может когда-то пригодиться. И да, кстати, я тут хотел прокачивать своего маленького дракончика. Во, качаем, ребятушки, маленький дракончик уровень 5. И это, кстати, мой первый эпик 5 левела. В комментариях можете поздравлять и написать, какая ваша любимая эпическая карта. Вот и посмотрим, кто что любит. Так, Калимчик, у меня 4-го, не, все-таки... так, а что, стоп, гоблины, вроде бы гоблины тоже у меня были максимальные. Так, где гоблинская бочка? Гоблинская бочка, не, гоблинская бочка тоже 4 левела, значит, да, это мой первый эпик 5 левела, просто шикарный. Да, кстати, вот в магазине есть такое спецпредложение, но, по-моему, вообще фиговенькое. Напишите в комментариях, что вы думаете об этих спецпредложениях. По-моему, не стоит эти спецпредложения вообще покупать, потому что, ну, 380 гемов за 100 карт, ну, по-моему... Не, ладно, ребятушки, мы погнали и проходить испытания. Вот в комментариях можете написать, хотите ли вы еще испытания или же нет. И если вот многие захотят, то мы с радостью будем проходить всякие испытания. Давайте, в принципе, блин, Вальку возьмем, что ли? Окей, так, яд. Так, ведьма. В принципе, окей. Элитные варвары, либо кабанчик. Ух, блин, трудный выбор. Давайте все-таки элитных варваров выберем, все-таки. Попробуем. Яд плюс элитные варвары. Посмотрим, что из этого у нас получится. Ух ты, инферно, пека, лол. Офигеть, какие карты противник дает нам. Ну, прикольно. Ждем противника, что ли? Хотя, не, ни хренашеньки не ждем. А давайте-ка так. Тише. Блин. Так. Нормально. Вроде бы пека проходит, ребят. Есть. Давай тычку пека. Пожалуйста, тычку. Есть. Тычка готова. Все. Просто супер. Ну, минус 1000 хп почти с одного раза. А, сейчас как нам зайти-то, а? Можно с элитными зайти как-то. А давайте-ка попробуем вот так вот. О, защищаться немножечко давайте будем. Ага, нормалек, ведьма, давай в деф. От мух. Чё? Стрелы против кого были это? Я не знаю. Но, раз уж противник решил кинуть стрелы, то ничем помочь не могу ему. Окей, сейчас Валька там справа пойдет, а элитные варвары слева будут мочить в башню варварскую. Ну, все? Все, что ли? Или не все? Так, все, минус башенька. Супер. Так, давайте вот тут яд скинем. От экзекутора будем защищаться немножечко. Во, супер. Дудец, давай, дудец. Ладно, будем прикрывать нашего гоблина.
Есть. Такс. Ну все. Мы как бы снесли башенку вражескую, но сейчас будем еще вторую сносить. Окей. Пека, блин, только одна пека. Окей, ладно, посмотрим, что ответить на нашу пеку. Наш противник, окей. Валька. Есть. Да блин, медленная армия у нас просто капец, какая медленная армия. Экзекутор, окей. А тогда давайте мы элитных варваров выпустим. Так, яд. А, ну, нормально. Элитные варвары сейчас рыцаря сделают и все. Давайте, элитные варвары мои. Давайте, 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 вы сможете, ребятушки. Есть, еще и дудец присоединяется. Все, ребятушки, все сносим башню вражескую. Такс. Ну, можно вот так сделать даже. Ну, вот так. Я хочу на трешечку затащить. Ну, снеси башню. Блин. Блин, 13 хп всего лишь! А были так близки, ребятушки. Были так близки. Ну ладно, победа остается победой, окей. Так, еще несколько валик, 8 штук. Крутяк, крутяк, крутяк. И что, мы прошли испытание? Лол. Испытание пройдено, ребятушки. 8 валик. Окей. Берем, в принципе, берем. Так, а вот королевский сундук у меня не открылся? Не, к сожалению, пока что не открылся. Окей. Так, испытание за сундука. Точнее, испытание. Сундук за испытание, блин, испытание за сундука. Итак, что нам падает? Золото, прикиньте, тут еще вальки будут. Мега-миньончик, ну нет. И рыцарь. Ху-ху, конечно, сундучок просто вообще топовый. Блин, вообще топовый сундучок, окей. Все-таки думаю, что не стоило мне потратить 10 кристаллов за это испытание. Ну ладно, сейчас давайте пойдем в глобуле, будем сделать одну атаку. И посмотрим, что из этого у нас получится. У меня как бы полувоздушная армия. Будем заодно тестировать еще и нашего мини-дракончика. Па-па-ра-па-па-па-па-па. Что нам делать? Что нам делать? Я хз, что нам делать? Ладно, давайте подождем, пока наш противник что-то сделает. Тогда давайте вот так. Надгробие есть. Ой. Давайте мега-менючка вот отсюда выпустим. Оу. Вот это уже интересно. Шахтер, давай ты вот отсюда вот так вот. Есть. Сейчас дракошечка справится с гигантом. Или нет? Эй, тише, 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 тише. Мушкетка, сдыхай. Есть. О, кстати, ребятушки. Мега-минетик дошел до башни вражеской. Это хорошо. Так. Давай, экзекутор, вздыхай, палатчик. Есть, тычку не нанес, это хорошо. Так, противник даже не подозревает, что у нас есть адская гонча, но мы, в принципе, не знаем, какие карты у противника есть полностью. Он не открыл свои карты, так что давайте будем немножечко осторожненько действовать, ребятушки. Чем мега-миньона выпустить? Давайте попробуем. Блин, опять такая же тактика. Ну что же ты будете делать-то? Так, стрелы пошли. Ох-ох-ох-ох-ох. Конечно, немножечко печалит, но от гиганта сейчас будем дефаться. Наверное. Наверное, будем дефаться. Так, давайте еще одну надгробие скинем в деф. Во, фу-фу-фу, еле отдефались. Если можно сказать, что отдефались. У-у-у. Просто шикарный фаерболчик от противника. Ну, сейчас, ребятушки, нам надо как-то адскую гончу свою провести. Давайте-ка попробуем. Сейчас у него опять будет мушкеточка, да? Так, давайте дракончика скинем. На случай, если он скинет своих мух. Так, давайте шахтер. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, печалька. Печалечка, ребятушки, печалечка. Ладно, тогда давайте еще одну гончу выпустим. Посмотрим на это, что ответить наш противничек. Так. Ух ты, ни хрена себе. Шахтер, ну давай. Мы верим в тебя. Ой.
И достанет все-таки. Бревнули до королевочки. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас бревнули будет ложиться. Да чё ж там противник творит-то, а? Капец просто. Сейчас защищаемся, ребятушки. Так, экзекутор, экзекутор, экзекуторик. Фу, экзекутор. Есть. Вроде бы отдефлись, блин, шахтер. Шахтер, это плохо. Это капец как плохо. Сейчас шахтер может испортить всю тусу. Мы тут надеемся на ничью, в принципе, да? Вроде бы, да? Такс. Угу. Тише, 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 дракончик, вздыхай. Нет, точнее, убивай всех, все, вся. Блин, вражеский гигант. Капец, 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 капец. Еще и да и там шахтер. Шахтер что-то творит. Тише, блин. А вот мне интересно, что за колода? У него там стопудово зеркало есть. Он не мог так быстренько выпускать своих этих... Ох-ох-ох, мушкеток, да и гигантов. Так. Давайте-ка посмотрим. Блин, конечно, обидно немножечко так проиграть, ну. Ладно, ладно, что поделаешь. Так, где, в принципе, наши бои? Вот так. Не, прикиньте, у него нету зеркала. Лол. Как же он так быстро выпускал своих гигантов? И всяких мушкеточек. Не знаю, как-то странненько. Ладно, ребятушки, давайте на этом уже закончим наш сегодняшний ролик. Не забывайте ставить ваши большие пальчики вверх, вот подписаться на канал и, конечно же, писать свои мнения в комментариях. А с вами был, как всегда, я, Армон. Всем удачи и всем пока-пока-пока, ребятушки.